Всем привет! Первый сезон сериала «Ведьмак» закончился не так давно и оставил в целом очень даже положительные отзывы и впечатления, так что фанаты сериала теперь с нетерпением ждут продолжения, то есть второго сезона. Съемки второго сезона «Ведьмака» стартовали 17 февраля и создатели планировали работать над ним 14 месяцев. Точной даты выхода авторы сериала не называли, но можно было предположить, что это будет май 2021 года. Но на сегодняшний день в связи с эпидемией и заражением коронавирусом актера Кристофера Хивью, который присоединился к касту во втором сезоне, производство официально закрыто пока только на 2 недели. Но, скорее всего, съемки сериала не продолжатся до момента улучшения ситуации с коронавирусом, так что работу над вторым сезоном вряд ли успеют закончить до лета 2021 года, а Netflix не станет выпускать один из своих флагманских сериалов летом, когда много людей уезжают в отпуск. Поэтому второй сезон «Ведьмака» мы, скорее всего, увидим осенью 2021 года. На этом все, спасибо за просмотр.